приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 19 февраля, роковой понедельник. Очень важно обратить внимание на эти знаки. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступают сложные 11-е лунные сутки, сильные энергии которых отличаются нейтральными свойствами и могут стать как разрушительными, так и созидательными. Если вы направите их во благо, день пройдет достаточно продуктивно, позволяя вам достичь максимальных успехов в любом деле. Однако отсутствие рационального подхода и осторожности помешает вам грамотно распределить имеющиеся силы и поставить под угрозу результаты любых задуманных действий. Поскольку Луна перешла в знак Рака, являющегося временем чувственности и повышенной эмоциональности, день будет идеален для улучшения взаимоотношений с близкими, налаживания общения и новых знакомств. Кроме того, он идеально подходит для развития интуиции, улучшения навыков взаимодействия с окружающими, так как вам будет намного проще понять чувства и намерения других людей. Однако у этого периода имеются и свои недостатки, а именно возросшая внушаемость и восприимчивость. Поэтому будьте предельно осторожны, не позволяйте посторонним людям вами манипулировать. Сегодня Вселенная благоволит сильным и уверенным в себе людям, четко представляющим, чего именно они хотят достичь. Это пара лидеров, умеющих добиваться целей, привлекать к себе новых соратников. Если же вы чувствуете сомнения или боитесь приступать к запланированным задачам, отложите их на более благоприятное время, так как в этом случае ваши усилия не принесут ощутимой пользы. Период власти 11 лунных суток идеален для творческих начинаний, реализации интересных идей, которые уже давно привлекают ваше внимание. Однако избегайте необдуманных действий и различных авантюр, даже если они сулят вам грандиозные результаты. Отсутствие трезвого взгляда на жизнь и холодного расчета может оказаться фатальным, стать причиной длительных неудач. Обратите внимание на свое настроение. Сегодня особенно важно избегать раздражительности, негативных мыслей, а также ссор и скандалов. Поддавшись мрачному настроению, вы рискуете обернуть энергию этого периода против себя. Противоречивые энергии 11 лунных суток могут стать преградой для достижения задуманного, заставляя вас подолго искать выход из сложных ситуаций, зачастую не замечая его у себя перед глазами. Поэтому, приступая к каким-либо делам, обращайте внимание на знаки, подсказки судьбы, особенно во сне. Они, подобно путеводной звезде, приведут вас к поставленной цели. Луна советует. Этот день является одним из лучших для решения задач, связанных с бизнесом, однако потребует от вас напористости и решительности. Сегодня вы можете поставить точку в сложном проекте, над которым бились на протяжении длительного времени, завершить начатые ранее дела и подготовиться к новым свершениям. Но если вы планируете что-либо начать, помните, что без абсолютной уверенности в удачном результате все ваши действия обречены на провал. Сегодня допускается участие в рискованных проектах, но только если вы старательно оценили и взвесили каждый свой шаг и учли возможные неудачи. Ни в коем случае не полагайтесь только на удачу, так как в 11 на сутки она благоволит исключительно тем, кто действует рационально и имеет четкий подробный план действий. Не допускайте неточности и неясности, так как в этом случае результаты могут существенно отличаться от ваших ожиданий. Осуществление каких-либо денежных операций нежелательно, особенно если вы не планировали их заранее. По возможности откажитесь от любых крупных трат, так как сегодня особенно велик риск неудачи. Кроме того, это неподходящее время для одалживания или займа средств, оформления кредита. В противном случае вы рискуете надолго лишиться финансовой удачи. Активная энергетика дня может пробудить вас от желания провести время максимально активно, к примеру, посетить спортзал или записаться на уроки танцев. Однако увлекаться активностью не стоит, в противном случае вы рискуете место приятной истомы после тренировки заполучить сильную боль в мышцах. Если же у вас есть вторая половинка, проведите день вместе, устройте яркое свидание в необычном запоминающемся месте, подарите любимому человеку что-нибудь запоминающееся. Заводить новые знакомства сегодня не стоит, вы прекрасно проведете время с новым знакомым, но длительными эти отношения не будут. Бурная энергетика дня не препятствует отдыху, поэтому обязательно выделите время суете забот, чтобы расслабиться и сбросить напряжение. Если есть возможность, устройте себе приятное путешествие за город, покатайтесь на лыжах или организуйте приятный вечер с друзьями. При отсутствии подобного желания разнообразьте досуг просмотром нового фильма или чтением любимой книги. Мощная энергетика дня поможет вам достичь успеха в задуманном, однако действовать необходимо без капли сомнений.
Однако этот период не подходит для практик, если вы только начинаете свой магический путь. Но даже опытным магам следует проявить осторожность и следить за правильностью проводимых обрядов, чтобы достаток привлечь. Для этого ритуала вам понадобятся 3 свечи – желтого или золотистого цвета. Как стемнеет, расположите их в ряд на любой горизонтальной поверхности. Подожгите. Затем достаньте свой кошелек, которым вы пользуетесь, и положите рядом с огнем. Когда свечки разгорятся, поочередно нанесите с помощью каждой из них по одной капле воска на любое место своего кошелька, после чего скажите: «Воском защиту создаю, удачу к себе приглашаю. Первая капля успех открывает, вторая богатство привлекает, а третья надежно его сохраняет. 3 свечи огнем сияют, достаток в мой дом завлекают, истина». Говорим 3 раза. Свечи затушите и спрячьте. Ровно через месяц достаньте и повторите ритуал в точности. Перед тем, как проводить новый ритуал, старый воск можно снять. И вот проводите ежемесячно такой ритуал, пока эти свечи полностью не прогорят. Чтобы привлечь крепкое здоровье. К сожалению, хорошее здоровье дано далеко не всем. Поэтому если вы часто болеете или имеете хронические недуги, исправьте ситуацию с помощью магии. Ритуал проводится уже вечером, когда на небе хорошо видна луна. Если по возможности луну не видно, не страшно. Выйдите на улицу, либо встаньте на балкон. Далее про себя негромко скажите: «Месяц растущий золотой, ты мне помоги, доброе здоровье подари, чтобы болезни не знать, всегда и во всем успех обретать». Говорим 3 раза. Далее просто возвращаемся по своим делам. Результат от такого ритуала будет усиливаться постепенно и плавно, зато результат сохранится надолго. В сложных ситуациях рекомендуется проводить эту практику 2-3 дня подряд. Чтобы получить совет во сне. Случаются ситуации, когда человек остро нуждается в совете высших сил. Если вы столкнулись с подобным, попросите подсказку с помощью вещего сна. Для этого на протяжении вечера периодически мысленно возвращайтесь к мучащей вас проблеме и мысленно формируйте ее как можно точнее. Когда ляжете спать, негромко прошепчите свою просьбу или вопрос, после чего скажите: «Спать ложусь в доме родном, все мне знакомо в нем. Духи меня оберегают, кошмары недобрые сны отгоняют. Они мне совет верный пошлют, беде моей искренне помогут. Сладкий сон пошлют, в нем и ответ дадут». Говорим 1 раз. Далее, когда закончили говорить, просто расслабьтесь, закройте глаза и постарайтесь сразу уснуть. Народным приметам в этот день отмечают вукол-телятник. Те, чей день рождения приходится на 19 февраля, наделены такими чертами, как надежность и стремление к совершенству. Они не боятся принимать решения и всегда несут за них полную ответственность. У этих людей есть достаточно энергии и целеустремленности, чтобы добиться серьезных целей. Но при условии, что эта цель будет очень желанной ими, а их талисман – лазурит. На Руси этот день был посвящен телятам, рожденным последний зимний месяц. Поэтому крестьяне молились святому Вуколе, покровителю телят, чтобы те росли крепкими и не болели. В этот день строго нельзя было отдавать из дома ни деньги, ни соль, ни хлеб, так как можно было лишиться достатка и удачи в жизни. Одинокие люди, которые долго не могли встретить любовь, в этот день шли в церковь. Там они молились любому святому о том, чтобы тот послал им счастье в личной жизни. Считалось, что такая молитва в этот день заряжена на успех в любви, и скоро одинокий человек действительно мог встретить свою судьбу. Женщины, которые хотели отвадить от дома друзей мужа, проводили специальную практику. Так, например, брали веник, подметали им весь дом с такими словами: «Друзья гудливые, к порогу не подходите, от дома нашего прочь уходите, мужа защищаю, от разгулов ограждаю, истина». Говорили 1 раз. Сны в этот день вещи, реализуются не позднее, чем через 9 дней. И перед сном обязательно 1 раз повторяем такие слова: «Я чувствую легкость во всем теле и знаю, что впереди меня ожидает все только лучшее». Говорим 1 раз, и вы посмотрите, что впереди будет все только самое лучшее.